Для всех, кто так или иначе работает осознанностью, приглашаем на методический день по самодиагностике. Вы можете определить, как вы устраиваете свои отношения, как строится ваш каркас взаимодействия с ближними, с окружающими, начиная с себя. Итак, вы можете узнать, насколько вы устойчивы, насколько вы подвижны, насколько вы гибки, насколько вы умеете владеть ситуацией, дистанцией в отношениях и в переговорах, в синхронизации друг с другом, и насколько вы готовы работать со своевременностью в ваших отношениях и в переговорных процессах. Приходите к нам на занятия каждый первый вторник каждого месяца по адресу Красный проспект, 82, учебный порт «Наутилус». Приглашаем всех и ждем на совместную самодиагностику. Поиск сильных наших сторон. С уважением, Анатолий Катунин.